Я мутант противогаз. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, а иначе я найду и съем тебя. Время пошло. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. О, кто-то не успел. И я иду за вами. Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышло два новых крутых мультика про человека за окном. Человек за окном против мамы и ребенка длинные ноги, человек за окном против Хаги-Ваги. Не забудьте посмотреть, ссылочка в описании. Так что мне нужна пара добровольцев, которые бы слазили в этот центр управления. Если монстры будут очень маленькие, то они смогут спокойно перемещаться по вентиляции. О, мама, точно. Мама, мы можем быть с Дейзи, да, Дейзи? Да, это можем быть мы, мама. В принципе, раз ты пока заряжаешься, то заряжайся. Я могу и сам все сделать. Так, вот, все, нашел эту кнопочку. Нет, он здесь. Это, кажется, кричал Дейзи. Что здесь произошло? Дейзи! Убить! Что? Убить! Нет, не надо, не надо! Так. О, это, кажется, выход, наконец-то! На, получайте, на! Вы не удержите нас больше здесь! Мы будем свободны! Куда прячешься, человечек? Получай! О, баррикады еще свои поставили! Все, сейчас снесу! Мы, наконец-таки, будем свободны! Все мои дети будут свободны! Иди сюда, поганый человечек! Ха-ха-ха! Ура! Свобода! Свобода! Давай, давай! Фух, кажется, все баррикады разломала! Эй, игрушки! Хаги-ваги, давайте сюда, быстрее! Я расчистила путь! Да, тут никого нету! Как я и думала, этот выход охраняется слабо! Давайте, быстрее, быстрее! Ваф, мама, мы тут, Ваф! О, отлично, отлично, где остальные? Сейчас будут, Ваф, мама, Ваф. Ура, мама, ура! Наконец-то мы на свободе! Остальные уже совсем рядом, мама, они сейчас добегут. Отлично, отлично, ждем их. О, вроде бы все в сборе. Ну, почти все. Мама, что делать дальше? Ваф, мама, давай, Ваф, быстрее отсюда уйдем, Ваф. Да, только не забывайте про кролика Бонза и Цветочка Дейзи. Именно они открыли нам ворота. Я, конечно, не знаю, кто придет раньше. Они или папа длинные ноги с другой частью игрушек. Но будем их тогда ждать. И там уже тогда, кто придет сюда, будем решать, что делать дальше. Всем все ясно? Хорошо, мама. Да, Ваф, мама, ждем, Ваф. Мама, мама, там все в порядке. Все люди, которые могли с нами проследить, я с ними разобрался. Отлично, отлично! А вот и папа длинные ноги подошел, ну наконец-то! О, вижу, мама, ты всех игрушек собрала, молодец! Все у тебя в сборе, да? А, почти все! Нету только цветочка Дейзи и кролика Бонза! Я их отправила как самых быстрых и юрких, чтобы они открыли нам ворота! А то сам же знаешь, управляются они из центрального блока! Они вроде бы и вам ворота тоже открыли! Да, но мы пошли через другой корпус! И мой мопс-гуси, самый личный помощник, растянулся через вентиляцию и языком нажал на кнопку, которая находится в другом помещении совсем. Он же умеет сильно растягиваться, хе-хе. Вот нам это и помогло. И мы открыли нас выход, и в итоге сбежали. Так, ну хорошо, тогда уходим. Я же говорил, у меня есть безопасное местечко. Мне кажется, нужно туда отправляться. Оно находится глубоко-глубоко в лесу, где нас не найдут. Там мы сможем оставать свое поселение, и никто нам не помешает. Никто нас не найдет. Там в этом лесу нас даже спутники этих ученых не обнаружат. Ну что, отправляемся? Да, это отлично! Тогда бери мои игрушки и отправляйся с ними. Так, в смысле, как это бери игрушки? А ты? А я подожду! Кролика Бонза и цветочка Дейзи! Именно они нас спасли! Я не могу их здесь оставить! Ну ладно, тебе решать. Но если они не придут в течение полчаса, максимум часа, тогда догоняй нас. Ну тогда пускай будет Кильвири, да, за главного? Да, я буду за главного. Мама, ты позволишь мне? Конечно, Кильвили. Ты себя очень хорошо проявил. Я тебе полностью доверяю. Отлично. Тогда игрушки за мной и за папой. Быстрее, быстрее. Да, Кильвили, давай. Я веду свою группу, а ты свою группу. Ну а ты, мама, нас догоняй.
Уже с цветочком и с этим кроликом Бонзо, которые то ли заблудились, то ли потерялись, а может быть даже и не смогли сбежать. Хорошо, обязательно так и сделаю. Так, все, игрушки, собираемся в путь. Отправляемся в безопасное место в лес. Будем его обустраивать и создавать свое новое поселение вдалеке от этих людей. О, я получил сообщение, ты скинул мне координаты? Да-да-да, только что отправил тебе координаты. Теперь по ним ты нас довольно легко найдешь, даже если через несколько часов буквально к нам примкнешь. Хорошо, я обязательно вас догоню. Все, отправляйтесь, пока люди не собрали в этом квадрате много сил, а то тогда будет даже тебе сложно пробиться. Да, люди, скорее всего, сюда уже отправили ударные вертолеты, так что нужно как можно быстрее отсюда убираться. Все, игрушки, в путь! Я уже час здесь стою! Но где же они? Уже несколько ударных групп вертолетов пролетало! В воде еле спряталась! Еще так немного, и люди точно поймут, что я вожу их за нос! И за меня возьмутся! Ладно, схожу сама тогда! В принципе, я хорошо запомнила весь план! Надеюсь, они там живы, и их просто взяли в плен. Я их не оставлю, потому что они все сделали, чтобы мы смогли сбежать. Так, так. Фу, что это за туман странный? А, ладно, дышать можно, так. Стоп, а это кто? Анализирую. Цветочек Дейзи, цветочек! Цветочек, цветочек, очнись! Кажется, он не подает никаких признаков нормальной активности. Неужели он? Сканирую, сканирую. А, все! Цветочек был полностью выведен из строя. Какой кошмар! Да что же здесь произошло? Так, может быть, хоть кролик Бонзо в порядке? Так, ищу его, ищу, сканирую. О, заметила! Кролик, кролик, ты как, кролик? Так, сканирую, сканирую. У него еще осталось совсем чуть-чуть признаков работоспособности, жизнедеятельности. Кролик, кролик, очнись, я помогу тебе, кролик. Ой, ну и гадский же туман. Кролик, очнись. Он здесь. Кролик, кролик. О нет, все, его процессы полностью потухли. Кажется, я опоздала. Кто это сделал? Кажется, это не просто туман, а какой-то ядовитый газ. Если их вынесу отсюда, возможно, мы сможем их починить. Наверное, это он их так поломал. Чужой на территории завода. Кто это? А хотя нет. Это никакой не чужой. Это мама длинные ноги, которая устроила бунт вместе с этим папой. И они попытались сбежать. Ну что, чем он закончился? Сейчас наши ударные группы на вертолетах и самолетах уже, наверное, штурмуют папу длинные ноги со всеми игрушками глубоко в лесу. Они-то попытались устроить поселение, ха-ха-ха, неудачники. Хо-хо. А вот твои две другие игрушки, кролик Бонзо и цветок Дейзи. Я их поломал. А еще ты, наверное, во мне видишь много разных частей разных игрушек, да? Да, что ты такое? Какой ты мерзавец, а? Хо-хо-хо-хо, я новая разработка ученых Poppy Playtime, хо-хо-хо. Я вообще сам по себе противогаз, который вот этот вот на голове. Но ученые также разработали специально для меня тело из разных бракованных, поломанных или сбунтовавшихся игрушек. Вон эта мамочка на плече, вроде какая-то бракованная. Хагиваги, который попытался убежать. Мопс-гусеница, вроде у него там что-то было тоже поломано. И кролик Бонзо, который плохо выполнял приказы. Приказы для миди-игры, ха-ха-ха-ха. А, ну и цветок Дейзи оказался всем бесполезным. Теперь украшает мой живот, ха-ха-ха-ха. Никуда ты уже не убежишь, все двери заблокированы. А еще, это никакой не туман, это ядовитый газ. Ты, конечно, от него не умрешь, как и эти игрушки, это я уже с ними лично расправился. Ха-ха-ха. Но он тебя очень сильно ослабил, поэтому иди сюда. Будешь моей новой запчастью для тела. Ах ты! Я отомщу тебе за каждую убитую уничтожу такую игрушку. И, скорее всего, все игрушки, которых поймают ударные группы,
на вертолетах и самолетах. Они их обратно приведут сюда только уже в разобранном состоянии на завод, и они станут частями тела для моего нового, более совершенного тела противогаза. Ха-ха-ха-ха-ха! На, получай! На! На! Я выполню приказ господина профессора, на! Я тебя отомщу! Я предупрежу своих, я выберусь! И мы построим поселение и сбежим от вас! Ничего у тебя уже не получится, ха-ха-ха! Ты живешь последние секунды! На! Все! Сейчас ты умрешь, мамочка, длинные ноги! Ну и сегодня, ребятки, нас ждет новая крутая битва. Вот такого мутанта противогаза, нового босса из третьей главы Poppy Playtime против мамы Длинные Ноги, которая, кстати, тоже являлась главным боссом только второй главы Poppy Playtime. И все это, конечно же, в игрушке под названием Garry's Mod. Ну а с вами снова я, Slake Must, и, конечно же, Dark. Всем хаюшки, ребята! Мы, ребятки, продолжаем проводить всякие эксперименты и битвы с монстрами Poppy Playtime. У нас, ребят, появился новый крутой такой противогаз. Это, ребятки, босс третьей главы Poppy Playtime. Новый монстр, новый злодей, новый босс третьей главы. И, ребятки, эта голова, этот противогаз, Дамаска-противогаз, обрела самое настоящее тело из разных частей монстров. Тут, ребятки, и Хаги-Ваги, и Кролик Бонза, и Цветок Дейзи, Мопс Гусеница, и даже Мама Длинные Ноги. И всем, ребятки, таким вот гибридом из разных частей тела управляет голова-противогаз. Вообще, да, ребятки, сегодня будет очень эпичная битва противогаза против Мамы Длинные Ноги. Мама Длинные Ноги вернулась на завод за Цветком Дейзи и за Кроликом Бонза, но она не знала то, что ученые Poppy Playtime завода, этой фабрики игрушек, разработали и создали нового такого мутанта противогаза. И сегодня мы, ребятки, устроим их битву. Пишите, ребята, в комментариях, как вы считаете, кто же победит, противогаз или Мама Длинные Ноги. Пишите название этих монстров в комментариях. За кого болеете, как вы считаете, кто же сегодня победит? Ставьте, друзья, лайки, ну и, конечно же, не забудьте подписаться на канал. Ну а если вы, ребята, хотите больше роликов про новики противогаз, про вот этого нового крутого мутанта, ну и в целом ролики про Poppy Playtime, про вторую главу, про третью главу, которая скоро выйдет, ну как скоро, через полгода где-то примерно, да? То давайте, ребятки, наберем на этой серии 10 тысяч лайков. И тогда, ребятки, будет много роликов про Poppy Playtime и про этого новенького противогаза. Ну и также, да, ребятки, пишите в комментариях новые идеи, новые приложения, какие нам, ребят, еще эксперименты провести, какие битвы, ребят, устроить и какие рубрики нам, ребят, записать. Например, битву против прототипа, противогаз против прототипа, или жизнь противогаза, или семью противогаза, или всякие эксперименты с ним провести, например, попрыгать по ступенькам лестницы, или побегать по сломанной дороге. Короче, да, ребята, дерзайте, ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь канал. Ну а мы, друзьяшки, прямо сейчас же устроим битву мамы против противогаза. Ну что, ребятки, первая битва. Мама Длинные Ноги против вот такого противогаза. Смотрите, да, ребят, если вы еще не видели, как он выглядит. Вот такой противогаз. Он состоит из разных частей тела Poppy Playtime игрушек. На плече, ребят, Хаги-Ваги. Рука Хаги-Ваги, соответственно. Здесь на плече Мама Длинные Ноги. Голова ее, да, и рука Мамы Длинные Ноги. Потом, ребятки, на теле Цветок Дейзи, Мопс Гусеница, противогаз в виде головы. И, ребятки, ноги, смотрите, получается частичка Мопса Гусеницы и лапа Кролика Бонза. Вот такой, ребятки, реально жесткий мутант. Ну что, вы, ребят, готовы? Противогаз против Мамы Длинные Ноги. Раз, два, три, все, началась, ребят, битва. Знаешь, он противогаз по своей сути, но сейчас он противомамка получается. Да-да-да-да. Ну и да, ребятки, мы просто так противогаз, конечно, можем выставить. Давайте сейчас даже, ребят, выставим. То есть здесь чисто, да, вот голова именно противогаз, маска противогаз. Но она, ребят, просто-просто слабенькая какая-то. И она, ну посмотрим, ребят, давайте тоже проверим. Сейчас получается противогаз-мутант дерется, противогаз с телом. И после этого давайте сейчас еще будет битва противогаза, именно головы до самой маски, против мамы Длинные Ноги. Посмотрите, ребятки, мама Длинные Ноги вся такая уже побитая, покоцанная, поцарапанная какая-то, да? А противогаз новенький, свеженький. Ну, ща, ребят, посмотрим. Так, чем это все закончится? Кто же, друзья, победит? На самом деле, ребят, мама Длинные Ноги тоже очень-очень сильная, но это, ребятки, мутант, который соединил в себе разные части игрушек Poppy Playtime и объединил их самые сильные места, да, самые, ребятки, сильные их способности. То есть, получается, способности Хаги-Ваги, Мамы, Цветка, Мопса и Кролика Бонза. 5, ребят, в одном. Еще плюс голова-противогаз, 6, ребят, в одном. Короче, да, ребят, как-то вот так вот. Вот такой мощный мутант. И, получается, считайте, 6 монстров одновременно дерется против всего лишь одной Мамы Длинные Ноги. Так. И, ребята, чем же эта битва закончится? Кто же, ребят, в итоге победит? Кто же?
Кто же, ребята, победит на сегодня? Так, противогаз бьет. Мама, ребятки, тоже не сдается. Ну, кстати, ребятки, битва реально такая, знаете, тяжелая, затяжная, да? То есть не то, чтобы там противогаз взял за 3 удара, победил маму. И мама такая взяла тоже, там за 3 удара победила противогаза. Нет. Очень, друзья, тяжелая битва. И даже пока что непонятно, кто же победит. Конечно, мама длинноги очень сильно покоцанная уже. Все, ребят, минус мама длинноги. Ребята, противогазы, кстати, смотрите. На мое удивление, довольно-таки много здоровья. Ага. Ну что, друзья, давайте сейчас поставим целых... Давайте 3 мамы длинноги против противогаза. А потом, ребятки, поставим вот такого противогаза. То есть чисто противогаз, маску противогаз. Против одной какой-нибудь мамы. Ну что, ребята, теперь целых 3 мамы длинноги против противогаза. Вы, ребят, готовы? 1, 2... Хотя подождите, ребята... А что такой противогаз маленький? Вот, давайте его тоже немножечко увеличим. Давайте, ребятки, 1, 2, 3. Битва, друзья, начинается. То есть сейчас, ребятки, получает целых 3 мамы длинноги и немножечко прокачанный противогаз. Ну да, мы его, ребят, немножечко увеличили. А когда увеличиваешь, монстр становится немного сильнее. Поэтому да, ребят, всякие большие монстры, поэтому такие сильные, потому что, но не огромные, они, ребят, большие. Так что немножко мы, ребят, противогаз прокачали. Но зато теперь не одна мама длинноги, а целых, ребята, 3. Так что даже, ребят, еще непонятно сейчас, кто победит. Противогаз или целых 3 мамы длинные ноги. Давайте, ребятки, посмотрим. Так, смотрите, ребят. Мамы длинные ноги окружили противогаз. Бьют его, бьют со всех сторон. Пока он, ребят, хватает эту мамку или как-то ее бьет, две другие в это время по спине его, ребят, или там по бокам, да, лупят. Бьют его, ребят, сзади по голове, по спине. Короче, ребята, по всему просто телу. Так что тут даже, ребят, непонятно, да, кто победит, потому что пока, ребят, противогаз разбирается с одной мамой, а видели, ребят, как он довольно-таки долго разбирался с одной мамой, другие 2 его бьют, так еще плюс это 3-й, ребят, бьет. Смотрите, ребят, уже одна мама очень сильно покоцанная, прям очень-очень сильно, ребятки, покоцанная. Неужели он ее съел? Нет, непонятно, ребят, нет, она еще жива. Бьют. Кстати, да, ребят, когда он хватает и атакует, да, пытается сожрать, он, ребят, этой атакой оглушает своих врагов. Так что вот так вот. Так, давай, противогазик. Давай. Ребят, реально у него очень мощные удары. Сами это видите. И чем же, ребят, в итоге все это закончится? Кто же, друзьяшки, в итоге победит? Противогаз или мамы? Мамы или противогаз? Ребят, противогаз уже очень-очень сильно покоцанный. Но друзей и мамы тоже, видите, да? Каждая довольно-таки, ребят, серьезно критически повреждена. Так, ребятки, мамы длинноги снова налетели на противогаз, бьют его со всех сторон. И, ребята, кто же в итоге победит? Реально, ребят, интересно. Битва, ребят, реально очень тяжелая, что противогаз против одной мамы довольно-таки долго сражался, что против 3 тем более. Битва, ребят, реально очень-очень тяжелая, так что я, если честно, даже не знаю, кто победит. Тут прям шансы 50 на 50. Все-таки, ребятки, втроем мамы длинноги забили противогаз. Но, ребят, смотрите, у одной мамы практически нет хп. У другой мамы вообще, ребят, смотрите. Видите, ребят, в левом верхнем углу практически, ребят, хп не осталось. Несколько ударов. У этой, ребят, тоже очень все плохо. Короче, ребятки, 2 бы он точно победил бы. Это прямо даже не обсуждается, это, ребят, не обговаривается. Причем он победил бы с огромным запасом. Но был бы он, ребят, на процентов до 15 более живучий, да, или более сильный. Больше бы он с одного удара урона бы наносил бы, то он, ребят, даже и 3 бы победил. Но 4 уже никак. Да, ребят, 4 уже, к сожалению, никак. Но 2, вот максимум 3, он, ребятки, способен победить. Ну и сейчас, друзьяшки, будет еще одна битва. Просто обычного противогаза без тела. То есть чисто вот этой головы, да, противогаза. Против мамы длинной ноги. Ну и, ребятки, последняя битва маленького такого противогаза. Вот, да, ребят, как он выглядит, оригинальный именно противогаз из 3 главы. Против мамы длинной ноги. Вы, ребят, готовы? 1, 2, 3. Так. Интересно, ребят, чем же эта битва закончится? Ну, даже, ребят, если честно, не знаю. Так, противогаз, ребят, видите, атакует маму. Кстати, смотрите, ребят, противогаз, по-моему, очень даже себя хорошо чувствует. А вот мама чё-то уже, походу, нет. Ладно, ребят, смотрим, кто же в итоге победит. Так, противогаз, ребята. Чисто вот эта голова, да, противогаз, маска противогаз. Или мама длинные ноги. Походу, ребятки, мама чё-то там прям хороших таких уже люлей получила, да? Смотрите, да, ребят, уже половину хп снесли, обалдеть. Ну, походу, это, ребят, битва не будет долгой. Ага. О, смотрите, ребят, мама перешла в максимально злую такую форму, да, в максимально побитую, покоцанную, раненую. Так. И в итоге, что же, ребят, будет? Походу, сейчас мама отлетит. Да, ребятки, у противогаза реально еще много здоровья. А, у мамки все, сейчас, ребят, уже отлетит. Так, давай, противогазик, давай.
Ну и да, ребятки, получается, сегодня противогаз побеждает. Ну, вообще, да, друзьяшки, вот такая у нас сегодня обалденная серия получилась. Сегодня мы, друзья, устроили битву противогаза против мамы длинной ноги. Вот такой, да, ребятки, маленький противогаз сегодня сражался. Оригинальный, который показывали в тизер-трейлере третьей главы Poppy Playtime. Именно он, ребятки, будет новый монстр в третьей главе Poppy Playtime. И, ребятки, у нашего противогаза появилось такое тело, состоящее из разных частей игрушек Poppy Playtime. Тут, ребят, да, 6 в 1 получается. Противогаз, Хаги-Ваги, Мама Длинноги, Цветок Дейзи, Мопс Гусеница и Кролик Бонза. Такие, да, ребятки, игрушки Poppy Playtime в этом мутанте, в мутанте-противогазе. В общем, да, друзья, вот такая у нас сегодня обалденная серия получилась. Сегодня, друзья, получается, побеждает противогаз. Он, ребятки, одолел Маму Длинноги во всех наших битвах. Ну, а с вами были я, Слайк Маст, и, конечно же, Дарк. До встречи, друзьяшки, в новых роликах. Всем, ребят, желаем удачи, до новых встреч. Пока-пока! Всего хорошего, ребята!